американец, англичанин и русский хвалятся качеством резины. Американец говорит: вот у нас был случай, один человек упал с сотого этажа, приземлился на ноги, его подошва резиновая отпружинила, и он опять вернулся на сотый этаж. Таким образом выжил. А у нас, говорит англичанин, был такой случай, отплывает корабль в море на 100 миль, и тут раз его обратно притягивает к берегу. Оказывается, один из пассажиров зацепился подтяжкой за причал. А русский говорит: а у нас был такой случай, сел один человек в лифт, упал, лифт в дребезги, сам в дребезги, а галоши остались целые. Я не могу дальше рассказывать.